Торопись, спокойно. Итак, на третьем помосте перед вами выступает мастер спорта России международного класса. Двукратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная обладательница Кубка Европы, рекордсменка России, рекордсменка мира в весовой категории до 63 килограммов, двукратная чемпионка мира, мастер спорта международного класса Ксения Дедюхина, поселок Варламово. Достаточно сказать, что Ксения сегодня является самой известной спортсменкой в гиревом спорте. Не только в России, но и в мире. Поверьте, они знают далеко за пределами нашего государства, что там она слишком расчувствовалась. По 28 раз в минуту очень сложно работать. Высшее ее достижение с гири весом 16 килограммов. 244 подъема. Я думаю, сегодня она это превзойдет. Работай, работай. Неплохо, 28. Но уже 26 подъемов в минуту. Нагальная работа. Иди, не сиди. Хорошо, все, молодец. Твоё работа, молодец. Отлично. Ручку расставляй. На втором помосте старт приняла Оксана Сарварова. Кандидат мастера спорта, серебряный призер первенства России среди юниоров 2010 года. А также Оксана в 2010 году стала обладательницей Кубка России весовой категории до 58 килограммов. Немного ей не хватило до выполнения норматива мастера спорта России. 95 подъемов она выполнила. Работает. Гири весом 24 килограмма. Три минуты позади. Она потерпеть надо. Молодцом. Надо потерпеть. Лучший результат Оксаны в упражнении рывок гири 16 килограммов. 215 подъемов. Свое высшее достижение она показала неделю назад на первенстве города Челябинска. Переходи направо, Ля. Направо. 3.30. Его 94 подъема уже. Направо переходи. Спокойно работай. Нормально работай. Вань, перейти или еще здесь? Вот уже более 100 подъемов. Давай, давай. Так здесь не лазим, а? Маленький. Сейчас сбоку стоит. А, сейчас не знаю. Итак, пошла шестая
74 подъема. Шесть минут прошло. Итак, 240 подъемов у Ксении Дедюкиной. Что-то серьезно настроилось сегодня. 200 у Оксаны Сарваровой. Итак, остается 15 подъемов ей. 13, 12 до лучшего ее результата. Давай, давай! 9.30 и 250 подъемов.